«Правда», где был начальник Тимур Дайдар, контр-адмирал, и было два специальных корреспондента. Вот я, самый молодой в «Правде» спецкор за всю историю, в советской «Правде», тогда же это была «Окука» большая казалась. Вот. И еще был такой Петр Алексеевич Студеникин, тоже очень, хотел сказать, хороший человек, значит, я себя тоже считаю. Но он тоже был относительно молодой, поэтому так называли нас Тимур и его команда. И мы время от времени, значит, собирались в неформальной обстановке, чтобы обсудить, а что вообще делать с вооруженными силами и так далее. Все-таки мы орган ЦК, вот. И обычно повод какой-то что-то сделать, ну, например, пельмени. Но один раз так собирались. И Тимур говорит, ну ладно, сделаем мы пельмени, напьемся мы как сволочи. Потом, ладно, там развезет нас редакционная машина. Да. А что-то должно остаться, ты говоришь, напиши песню. Вот я написал такую песню, где использовал, если кто-то читал «Незнайку» Николая Носова, там была считалочка такая, «Any, any, rest, winter, finter, jest». «Any, any, rabbit, winter, finter, java». А я еще почему это помню, потому что мой дед, он был директором Кировского Вятского ботанического сада. У него был гостевой домик. И в гостевом домике в далекие там года, еще там в середине 50-х годов прошлого века, у него был этот самый художник, который иллюстрировал первое издание «Незнайки». Вот сохранилась семейная легенда, что я там, когда мне было там года 3-4, он меня носил на руках и потом говорил, что я не знаю, вот он тогда рисовал, не знаю, нарисую с вашего внука. У меня будет такой же лопоухий. Так это или не так, но семейная легенда об этом не гласит. Мы собрались на пельмени, мозговой армейский трест. Эй, не пей, пожалуйста. Я опять начну, значит, иначе вы не поймете эту песню. А так как я заканчивал военную академию Дзержинского, это ракетные войска с стратегическим назначением, то я немножко разбираюсь во всех этих вооружениях. Есть такое выяснение, там, ядерные триады. Это что значит? Это то, что летает, то есть бомбардировщики с ядерным оружием, подводные лодки, АПЛ с тоже ядерным оружием, да? Ну и такие стандартные наземные комплексы, это все это называется триады там ракетных ядерных комплексов. Это тоже будет упоминаться, извините. Мы собрались на пельмени в мозговой армейский трест. Эни пени, эни пени, эни пени арест. Все разведчики из Интерпол скакали с места, что решил твинтер-финтер, твинтер-финтер-жест. От Слубянки едут танки, эни-пени-фыр. Вымол тише, чтоб загранки думали про мир. Вот мы сели, выпили в присест. Эни-пени окосели твинтер-финтер-жест. Мы сейчас еще по разу эни-пени-ух. И крылатые заразы твинтер-финтер-бух. А потом всяких лексичу добавят, что их мобильные МЭПСы, Энни Пенни, стоп. Ну, от райдеты подводки Твинтер Финтер Буль мы заманим русской водкой на Ливерпуль. Вот они и пестриады, и не пенни нет. А у нас с вином порядок и пивко в уме. И с горючей этой смесью Твинтер Финтер Буль